Приветствуем всех любителей футбола. Прямо со стадиона для вас работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Сегодняшняя игра будет жаркой во всех смыслах. Состав Манчестер Юнайтед. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Все верно, края надо чаще задействовать. Партнеры поддерживают эту атаку. Душ-Сантуш Авейру. А сейчас вперед можно выйти. Момент. Нет, офсайд. Матео Дармиан. Душ-Сантуш Авейру. Манчестер в атаке. Харри Кейн забивает футболист Манчестер Юнайтед. Первый гол был забит по истечении 10 минут матча. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Да Сильва. Команда играет сегодня хорошо и доказывает нам, что она лидер по всем показателям. Дело, наверное, в том, что они стремятся к победе в каждом матче. Хороший момент! Ого, тут же забивают и второй. Ну вот, два гола подряд. Похоже, соперник-то рассыпался. Да, вжик-вжик-вжик, уноси готовенько. 2-0, самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Он накручивает соперников одного за другим. Душ-Сантуш Авейру. Манчестер отправляет мяч в сетку. Первый гол его только раззадорил. Вот, получите дубль. Команда сегодня забивает много. Уже 3-0 счет, и матч еще не закончен. Манчестер Сити в последние годы очень неплохо выглядел и был серьезным соперником для любой команды. Но в этом сезоне у них совсем ничего не получается. Да, чемпионат в завершающей стадии, и сейчас уже с уверенностью можно сказать, что команда сезон провалила. Ни о какой борьбе за чемпионство, разумеется, уже не может идти речь. Матео Дармиан. Абумиян. На пару решили разыграть эту комбинацию. Отлично сыграно, надо решать. Долго держит мяч команда, но пора... Харри Кейн! Игрок прекрасно освободился от защитников и должен был забивать, но чуть-чуть ему не повезло. Очень динамичный момент, даже запасные повскакивали со своих мест. С комментаторской позиции было полное ощущение, что мяч оказался в сетке. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Ну что, прямой удар? Мощный удар, но не попадает игрок в ворот. Исполнил действительно здорово, но, к сожалению, мяч проходит мимо цели. Плохая передача, еще бы ее не перехватили. Свисток штрафной. Морган Шнедерлен.
Мяч будет введен из аута. Еще раз придется вводить мяч в игру руками. Мемфис Депай. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Момент! Забивай! И промазал. А мог бы уже хет-трик оформить. Ну, парень-то он настырный, сдается мне. Удар Кейна! Они сегодня забили достаточно, но не могут остановиться. Еще один гол. Первый гол добавил ему уверенности, и он забивает второй, оформляя таким образом дубль. 4-0. Ну, это разгром. Три минуты будет добавлено. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? В футболе бывает всякое, но голевой перевес одной из команд слишком велик, чтобы во втором тайме предрекать 100% интригу. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Есть варианты для паса. Матео Дармиан. Дасиль. Манчестер идет вперед. Мяч сыгран. По всей видимости, замена готовится у команды хозяев. Вливает свежих сил в игру наставник команды. Это может быть опасная атака. Такие передачи придают атакам остроты. Мяч у соперника. Душ Сантуш Авейн. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Убрал защитника с дороги. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Манчестер Юнайтед будет сбрасывать из-за боковой. Он сегодня на поле выложился по полной, очень хорошо играл и теперь отправляется на замену. Ищут они разные варианты для атаки. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. И скоро на поле появится новый игрок. Замена в команде гостей. И как опасно пробил. Очень неточно. Даже заострить внимание. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Сейчас замена будет в команде хозяина. Игрок готов уже выйти на поле. Ждет разрешения арбитра. Кейн. Пока неплохо. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Харри Кейн. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Момент для удара. И это момент. Гол! Вышедший на замену игрок забивает. Долго собирались игроки на эту комбинацию, но пас в итоге получился просто великолепным. Ну что же, разрыв растет, и это уже похоже на разгром. Да, и соперникам явно нужно как-то менять тактику. 5-0. Куражится команда как может.
Все как предсказывали, неожиданностей нет, полное превосходство одной из команд на поле. Бывают иногда сюрпризы, но это явно не тот случай. Они настроились на победу и очень близки к ней. Замена готовится в команде гостей. Решит. Арбитр назначает штрафную. Отлично. Удар! Очень перспективный момент. Тучи сгущаются. Скоро ли грянет, так сказать, гром? Пока что сохраняется комфортный перевес, но моменты возникают регулярно, один за другим. 90 минут основного времени истекают через 4 минуты. Здорово все-таки они играют в пас. Тут только и остается, что нарушать команде соперника. Красиво сыграно, как эффектно. Спокойно выбивает мяч далеко в поле. Посмотрим, что получится у команды после розыгрыша стандарта. Манчестер в атаке.